Да, ну там так и есть. Ну, Люди ходят. Женька уже 200 ГП начислил, так что может гулять. Ну да, в принципе, я считаю, достойно. А ты ему как начислил? Вручную, типа, написал? Да, пришлось вручную, потому что так она не могла что-то. Просто так она не палится в журнале, когда вручную пишешь. Да 200 ГП хуйня, надо 5 косарей. Да, есть у нас отличившийся. На его сторону, ну, точнее, Гавайи срезал, он так бы, он бы сидел бы сейчас с девяткой или сколько у него там было. А, не, я тогда ему 14 тысяч ГП, по-моему, начислил. Бля, это было весело. На женек, по-моему, по-любому обидится или нет, хотя сколько его тут одевали, блин, он не хочет ребятам помочь. Да вообще пофигу на такой аргумент. Я бы не вошел. Ну и что? Что это такое? Ну типа вообще дух товарищества классный. Так его в DC-то нету. Да и вообще все равно, есть он там в DC. Нет его в DC. Бог дракона, сумонься. Надо еще хилов брать каких-то, походу. Чтобы дядя Саша в НХ спекнулся и как показал, как дама задамажил. Ладно, пойдемте квартал мерзости начнем. У нас народа не хватает. Я пока не могу. Где там мейн танк? Так, что там у нас? Артстайл каски раздает. Гантеля. Этот, господи, кулаки МП5. Валера. Yep. Блин, скинь тогда аддон, как его распределять этот лут. Но поучимся на Наксе, видимо. Да что, у тебя ты не распределял до этого, что? Не. А, где-то он тут. Так, в этот... В Дискорде, в аддонах он есть, самый последний, вот, ЕПГП. Я его оставил, короче. И пассивом. Ну, сейчас еще раз попробую. Может быть. Не, получается, когда ты откроешь фигнюшку с лутом, там, где откроются вот вещи с босса, ты кликаешь на шмотку, и у тебя вылезает окошко. И там ты будешь смотреть, кто на мейн, кто куда ролит. Сначала сам нажмешь кнопку на мейн, пас и так далее. И уже увидишь таблицу. Ну там немножко посмотришь, сразу поймешь. Артстайл, вперед, не ждем. Всем привет. Привет. How do you do? Ну да, ладно. Эту фигню я скачал, перезахожу.
кого-то, Минтус, Урбис, Светлок. Возьми, это там хэпл 170 какой-то. Просто до количества будет. Да и может что-то лута нет. Индуст, выруби. Да и бани ему мог, да и все. Может не слышать ГП. Вот я сейчас нажимаю слэш, ЕП, ГП. И короче не срабатывает ничего. Так, у тебя права-то есть? Нет на это? ЗМГМ должна вылазить. Сейчас Алиса скинет, говорит, у нее нормальный стоит. Я не знаю просто в чем дело. Видите, ПГП включен. Он пишет, устарело, но включен. Ну давайте я попробую этот. Сейчас, может, у меня там выключена устаревшая модификация. Поставьте шкаф, поставьте тут. Не идите, алло. Все назад. Код потом стоит, тыкните на шкаф. А, у меня галочка устаревшая и не была включена. Теперь понятно, в чем проблема. Ну, а бывает. Есть там какие-то ночнорожденные или как их там? Да, и эльфы, и ночнорожденные есть. А что ты хочешь? Какие ники у них? Как узнать их? Срез, Си. А, и кто еще? Не знаю. Я как бы только за себя и за жену говорю, а что как-то хз. Ага. А Си это кто, Элим? Да. Блин, а можно в пати в одну с Лемом? Ник, скажи, пожалуйста. Войт. Ну, Бог. Он даже есть. Слава. Я что-то не узнал тебя. Да я сонный. О, дох. Док, ты тут? Ты слышишь? Там Аркол вот этот локов и кашет что-то. Двум телом. Ну, значит, кик, если он афкашет. А это кто был? Док хочет на лока, да. Добавил. Здесь. Он тут лок, не надо. Человек одевается. Да? Ну пусть идет на лока сейчас тогда. Секундочку, подождите его. Док на лока, да, заходит? Да. Чисто одни кастеры. Так. А, вот это, вот этот краш, он у нас хэпал, правильно? Ну да, еще не хапал. Ой, я тогда в Элем, это же Ласкутик. Ой, в смысле Элем, Венха. Этот лок сейчас присоединится. Ага, вот он, лок. Так. Милики, вы ждете команды РЛ, чтобы побежать бить босса, все остальные РДДшники заливаются в босса. Рога, можешь с напулом в кого? В Аверна пойти. В ромбик напулишь? Аверн, не прожимаешь своих клонов.
Так, у нас появился третий пал. Гантеля, ты даешь всем МП5, Dark Crash даешь всем кулаки. Они в Дискорде, кстати. Мы им давали Дискорд? Они должны мне... были зайти через... Ну, типа 25 тел у нас в гостиной. Dark Crash, слышишь меня? Плюс поставь рейд. Значит, нету значит, его. Никто не знает, что это рейд. Тринка вот эта такая странная, что даже когда с маговского столика булки берешь, она прокает, блядь. Классная тринка. А где столик маговский, покажите? Ну, был. Уже все. Ну и ладно. Давайте, народ, раздупляйте все тут. Ясно. Походу, ну вот Dark Crash как раз походу заходит. Видимо, дракон. Его. Dark Crash. Слышишь? Ты тут? Dark Crash, Crash, Dark. Все в звезду отставил пулей. Все, миники пошли бить. Малин на лобов просто спернулся. Так, удержи на тебя. На секунду бы раньше хера дал бы. Да сорян, что это. Мне вообще говорю. Морали истерия. Рога можешь напуливать на танк. Ну, верно, уже там прилично набралось. Еще парочка напулов и обгонит.
А почему мне предлагают всем ГП начислить сейчас? Это, скорее всего, у тебя из-за этого, из-за ОД. Здесь ОД считается как шмотка, типа, да. Стой, а как это от этого избавиться? Блин, там где-то в настройках ЕПГП было. Первый раз эти сапоги вижу. Ага, вот это я кинул на ролл. Окей. Так, вот мы же в main spec. Джереми. Ага, и чё вот теперь мы на? Там правой кнопкой тыкаешь, у тебя вылезает окошко, и там есть выдать и начислить там 105 ИП или сколько. Ой, ему отошла шмотка, но что-то ГП не прибавилось, насколько я понял. Она затормаживает. Поэтому, когда ты шмотку выдаешь, не закрывай это окно. Выдала ему 70 ГП, вижу. Окошко не закрывай, когда выдаешь, она чуть какое-то время херакнет. Кольцо. Так, у УАЗа, Ясно Солнышко, Даркрэша, Аркола нету лутмастера. Помогите им скачать лутмастер, пожалуйста. Индус. Так, Тетрион. Ребята, скачайте все себе и ПГП, он у нас в Дискорде есть. Так, видимо, это вообще никому не нужно. Так, отставил у тебя же, да, был энчант? Ну или можешь мне на энчант кидать. Там есть на диск. Это боешка, забирай их. Так, боешка. Окей. Да, это срезу. Окей. Так, чё, попробуйте без меня похилить? Или мне это спекнуться, подстраховать вас? На тортик сейчас разъясню тем, кто не понимает. Да лучше похиль, потому что у нас тут два еще неизвестных хила. Так, ну и РДДшники плюс-минус находите на таком расстоянии до босса, то есть где вот звезда метка стоит, а босс будет водиться вот здесь вот по решетке. То есть вы стоите на таком примерно расстоянии от рейда. Если на вас накинется черепочек, ваша задача отбежать от рейда, но не на ход танка. То есть вот звездочка на мне метка стоит, на меня накинулся черепочек, я отбегаю ее разливать, ну, например, вот сюда вот. То есть, а босс будет стоять, ходить вот по этой решетке. То есть, вы должны куда-нибудь в сторонку ее относить, чтобы, блядь, она не заплевала вот тут все. Тебя не слышно. А срез поставишь, тотемную природу. Природы. Тотемное очищение не ставьте. Про диспел все забудьте. Хау, наверное, или стресс они сами подиспелят, когда люди будут выходить. Все, так, милики,
вы за танком передвигаетесь, бьете босса либо в бочину, либо в бочину. Других вариантов нет. Нормально. Сейчас, секунду, это пью ману. Кулак по нечаянно дайте, кто там у нас. Даркрэш. Все готовы. Запускаем босса. Блин, вот сделали его бегущим. Лесенький жертвец бежит. Все, бить босса. Мочи на мини кипит. Телепорт. Все, возвращайся, маг. Нечаянно. Нечаянно. Вводи. Под дракона. Переходим, а то лужа до нас дошла. Стой. Походу бэкш. У вас. Ваку. Ну, точно. Ну, пусть будет. Поймет еще. Зачем в лужу было заходить? Он подумал, что надо как мелик выносить. Капапарас какая-то. Уходи, ты стоишь в луже, капапарас. Ай, понимаю. Это баг. В следующий раз, Арстайл, не води его сюда, веди сразу на исходную точку. Потому что здесь кривые полы. Отводи тут лужу. Ну все. Встаем, бежим. Все встали, прибежали. Смотрел кто-то сериал «Константин»? Я начинал смотреть. И что? Ну, там всего один сезон, но неплохой. На разок можно. Тоже посмотрел серии 4, что ли. Интересно, да. Жаль, что продолжения нету. Ну, продолжение он идет в этом, в «Легендах завтрашнего дня». Он в тот каст ушел.
Это, в смысле, название другого сериала, что ли? Да. А ушел ты, имеешь в виду, как? Герой ушел или кто? Он присоединился, получается, в каст того сериала. Он как бы как герой существует, но в том сериале. Но там он не главный, типа, просто второстепенный. Ну, как второстепенный? Они их там, можно сказать, команда, как типа главных. Типа борьба с нечистью все так же, да? Ну да. Бля, интересно, надо загуглить. А там сколько сезонов? Ой, сезонов 5, наверное. О, это другое дело. Что? Ну там он то ли со второго, то ли с третьего сезона пришел. Вот у них эта вселенная идет Зеленая Стрела, потом Флэш, Константин, Легенда Завтрашнего Дня, Черная Молния, еще кто-то был. А, Супергерл. И сейчас Бэтвумен еще. Бэтвумен, ага. Вот именно классная тема вообще, я считаю. Не знаю насчет Бэтвумена, но вот этот мне понравился сериальчик. Знаешь, вроде бы как бы ужасы и такие смешные моменты, если я прям сижу ржу. Да. Ну, он всегда такой был, и комикс Константин вообще-то, в принципе, про всякую паранормальщину. Ну, взять фильм «Константин», где Киану Ривз был, там не скажу, что какая-то комедия. Ну, тоже паранормальщина. Не, я к тому, ну, что оно снова... с юмором был, на самом деле. Я не знаю, как они так сняли этот фильм. Киану Ривз просто сам по себе еще такой у него амплуа, блин. Ни разу не видел, чтобы что-то смешное он там делал. Ну да. Он там снимался же, блин, как он назывался. Билл и Тед. Ну и чё, он там хорошо удался, что ли? Как ребёнок, блин, там... Ну как этот, тупой, ещё тупее, блин, такие персонажи. Ну вот, если честно, ему, по-моему, не идёт такие образы, если честно. Вот я... Это сугубо личное, конечно. Он не Джим Керри, понятно. Ну да. У него... Хоть он там и хороший актёр, но скорее каких-то таких серьёзных фильмов. Да. Что там, «Матрицу»-то делают? Наверное, это в году будет или в следующем? Да кто делать эти вачовские пиписки-то отрезали, все. Киану Ривз топ. Ну, топ, конечно, но, как говорится, топ за свои фильмы. Хотя вот Сталлоне, я помню, в этом в комедии снимался, вообще огонь было, как оно там называется. Не удержи, помню, короче, название. Старый фильм еще. Шварценеггер в комедиях снимается. Ну, снимался, пардон. С этим где он беременный был, да ядовито, блядь. Где он в детском саду был полицейским, тоже бомбический фильм. А стой, а то мамочка будет стрелять, как тебе? Огонь же. Со Сталлоне. По-моему. На самом деле шляпа, конечно. Кулак, крест по друидам. Кулак по паладинам. Лак по Роге. Толстячок идет. Разбав везде. Кулаки. Где? Даркраш. Кулаки быстрее. По друидам дай. По паладинам. Если ты Даркраш в Дизи плюс напишу. Оп. Пиши с балкона, с мафы. Вот вставил. Арстайл, арстайл. Танка никогда не пуляйте. Пул идет для танка, во-первых. Капа.
квазер. Это вы еще не фильм не смотрели. Кто там? Это с Киану Ривзом тоже, да? Кто там? Войт. Что-то рано дисплеится. Почему он рейд не дисплеится? Поешь, как... Нормально он дисплеил я. Два раза по рейду кукнули. Ну видишь, пол рейда задевает. Три. Так как рейд бы, может, чуть-чуть сместился вперед уже. Там как бы лужи дотикивают скоро. Бако. Не вижу его. Он вперед опять к миликам пошел. Угу. Вако, в следующий раз оставляй портал, чтобы уйти. Там... Кучу времени теряешь на переход. Ясное солнышко. Даркрэш как умирает, мне интересно. Кто бы знал. Кого дракона. Вот сейчас вот отсюда веди ее сразу в начало туда. Тизер. Мне там лужа, не надо туда везти. Сначала сразу разворачивайся. Там лужа, на лужу прямо нашел арт-стайл. Милики, не идите, там лужа. Выводи из лужи. Да куда ты пошел? Говорю, на начало сразу беги. Ешь мне кот. Ты исчезла вроде. Нет. Нет, она просто очень большая. Просто иди сразу на эту сраную, блин, херню. На решетку сразу иди, да и все. Зачем ты куда-то туда уводишь? Просто разворачиваешься и бежишь на эту решетку. Не надо его вводить вот так вот. То у нас полмиликов тонет в лужах. Блин, как настроить, чтобы за ОД не было и ПГП вот этого вот? А там она как-то отключалась, блин. Я и сам могу, в принципе, оказывается, распределять. Банкира есть, правда. Чё, Вако упал? Кто упал, умри там сразу. Не беги. Умри, индус. Так, на офспек Джереми. А почему Джереми успек, если это, ну, ему на кота? Я что-то не понял. Может, лови на мишку? Фу. Может, на мишку? Я лучше бы сразу сласта забрал. Нормально. А кто тебе сласта отдаст? Ты ж хитрец. Первый раз пошел сласта ему отдать. Ну, тут никому не нужен этот посох ебаный. Нет, там он, еще роллеры. Он на медведя вроде. Не знаю че. Ну то есть кот не будет такое носить. Фу, какаха, да? Ага. Особенно если у него там синяя пуха в руке. Ладно. Кушайте рыбу.
до параша накатал, лучше с синим, лучше вообще без пухи ходить, а это на мишку. Там же броня. Так, Тиазар получает. Знаешь их могу. Индус, ты этот на транс его хочешь или что? Индус, прием. Что за грид? Что ты хочешь? На транс? Грид — это распылить. Шерми, я тебе за фул дал. Там не один ты ролил. Короче, артстайл. Кому мут дали? А, индусу, да. Ну, по кнопке поставь. А у меня он обычный стоит, я что-то, видимо, менял и забыл про эту тему. Окей. Меня не предупреждал об этом. А я говорю, думал, что у меня такая проблема. Понятно. Знаешь, их могу на этот накатик поставьте. Так. Маги. Кто у нас умеет катить плюс чат? А верно, я понимаю. Ну, тут... Пока это, давайте посмотрим. Индус, Капапарас, вот это. Рыбу затыкал. Тиазар. У меня есть ПВП просто. Давай, делай и покайтишь. Ясно, солнышко. Фростов ни у кого, то есть, нету, да? Прискорбно. Давай тогда, что у нас мораль спикнется в танка. Я верно одного поводит. Давай так. Подожди, нет, у нас же этот... Кто там у нас? А верно сказал, что у него ПВП фрост? Индус. Нет, индус. Вот, индус поводит одного, второго мораль, допустим. Или давай, можешь ты поводить, а мораль потанчит. Ну вот, что он потанчит. Давай, ты тогда поводишь. Так, и ты ставишь тотем на звезде. Средства нас похилишь. Угу. Так, а верно, ты, если что, на кружке водишь так же, как в прошлый раз. Че там по бафам? Приста баф дайте, друля лапка у нас на локе, на маге, на дек... Не, наполнения нету. Нет, вводит индус и тетрион. Давай. Индуса, блин, сложить не сложить сейчас. Говорит, у него ПВП фрост. Он должен разбираться, где там приморозка, где заморозка. Ну, не забывайте, просто еще кто-то Салемов бегает или Шаман бегает, тотем ставит. Я поставлю. Все, давайте.